Информация предоставлена компанией «Телетрейд». Рада всех приветствовать, уважаемые дамы и господа. Сегодняшний обзор хотелось бы начать с российского рубля. Американский доллар продолжает дешеветь по отношению к нашей национальной валюте. На вчерашних торгах пара уже достигла отметки в 34 рубля 76 копеек. Тенденция неплохая, но говорить о пробитии уровня в 35 рублей еще рано. В ближайшее время ориентир пары, коридор, нижней границей которого является упомянутый уровень, а верхняя цена в 35 рублей 80 копеек. В связи с текущими событиями очень привлекательно на данном этапе выглядит австралийский доллар. Из-за большого спроса на металл и тем, что данная валюта является сырьевой, можно говорить о ее среднесрочном росте. Уверенность придает еще и то, что многие инвесторы рассматривают австралийский доллар как резервную валюту наряду с японской иеной и швейцарским франком. Поэтому рекомендую рассмотреть покупки по торговому инструменту австралийский доллар к американскому сроком до конца текущего месяца, что принесет вам прибыль в размере 2000 долларов при работе стандартным контрактом. Сегодняшний день станет знаменательным для британского фунта стерлингов. Выходит ряд макроэкономических показателей. В первую очередь это данные по безработице, инфляционные ожидания и речь главы Банка Англии Марка Карни. По прогнозам экспертов, данные не столь положительные, поэтому ожидаем снижения котировок по валютной паре фунт-доллар, на чем сможете заработать и вы. А уже завтра советую вам обратить внимание на еврозону и статистику по Америке. По еврозоне публикуются данные по ВВП, которые на данном этапе выглядят достаточно позитивно. А по США индексы потребительских цен и очень значимое для финансовых рынков выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Используя эти новости, вы сможете заработать на валютной паре евро-доллар порядка 1000 долларов за день. Если вы хотите заработать на финансовых рынках, но еще не знаете как, ждем всех желающих у нас в офисе, где наши специалисты помогут подобрать вам индивидуальный высокодоходный инвестиционный портфель. И хотелось бы напомнить о прохождении уникальной акции в компании Teletrade. Мы продолжаем дарить всем желающим бесплатное обучение. Что необходимо сделать? Всего лишь позвонить по телефону 278-04-00. Получайте знания, которые помогут вам заработать уже сейчас. Сегодня на этом у меня все. Удачных вам торгов и приятных профитов. С вами была Екатерина Овечкина.